Шашкой и раритетным пистолетом россиянин попытался провести через белорусскую границу партию антиквариата. Его задержали в Брусгах. В машине также нашли картины и репродукции в деревянных и гипсовых храмах. Отдельно значится трехгранный штык, казачья шашка и двуствольный пистолет с кремниевым замком. Пистолет отдали на экспертизу, которая признала его работоспособным огнестрельным оружием. Возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение через границу оружия и начат административный процесс по факту уклонения от декларирования товаров. Все они изъяты.